Учебно-тренировочные сборы проходят на базе Дворца спорта и школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Бугимбай Батыра города Степногорск. В составе сборной региона такие известные в стране тяжелоатлеты, как Екатерина Столяренко, Аим Мухамеджанова, Виктория Новикова и Александр Мельников. Здесь собрались наши сильнейшие спортсмены, тяжелоатлеты. Есть ребята, на которых мы надеемся, что займут призовые места. Я так вкратце могу перечислить. Горный Виктор, Петрович Сергей, Мухамеджанова Аим, Серебрякова Диана, Яковлева Александра, Мельников Александр. Ну, есть ребята, на которых мы возлагаем надежды. Наша команда, ну, в основном молодая. Молодежные игры пройдут, это 23 года и моложе. Ну, в основном будет возраст у нас выступать ребятам 17, там, 18, 19 лет. Проходим сборы с 5 числа. Здесь, в общем, режим, питание, все, в принципе, все хорошо. Это очень ответственное соревнование, готовимся. Главное — упорство, режим, питание и все. Учебно-тренировочные сборы тяжелоатлетов сборной команды области продолжатся до 28 апреля. Аслан Абуталипов, Каламбек Мухамеджанов, Шангас Нурназаров, Алмаз Адвокасов, Кукшиахпарат. Полностью, полностью. Хорошо разминаюсь.